Российские предприятия вложат в природоохранные программы 130 миллиардов рублей. Такие данные привел сегодня на заседании Оргкомитета по году экологии спецпредставитель президента Сергей Иванов. По его словам, уже реализованы 8 проектов на крупнейших металлургических предприятиях, направленных на модернизацию производства и создание безопасных технологий. Речь зашла и о еще одной острой проблеме – лесных пожарах, особенно актуальной с наступлением весны. У нас как апрель, так заранее можно сказать, что на востоке нашей страны, в Забайкалье, в Амурской области, начнутся лесные пожары. Они и начинаются. В этой связи я часто вспоминаю наших классиков Ильфа и Петрова. Если помните, о пожаре в Вороньей Слободке все знали за сутки до его начала. То же самое и у нас. Пал травы, пожары, и потом тратятся огромные средства для тушения этих пожаров, для ликвидации ущерба. Но, наверное, как-то надо региональным властям по-другому наладить работу, чтобы не допускать этого из года в год в одно и то же время. 75% пожаров – это пал травы. Всем это хорошо известно.